Съемка полога «Попытка 100», но в этот раз у нас уважительная причина, мы едем в Питер. Я просто сижу в шортах, в позе йоги. Вот такая вот домашняя, уютная, не накрашенная, потому что ехать нам долго, 10 часов. И ем яблочко. Саша, как настроение? Всем кискам кис, всем пискам кис. Вся ночь впереди, дорога дальняя. И... к 7 утра должны приехать. И 3 девушки в машине. Пока Саша отсыпается с дороги, мы решили прогуляться. Снимается видео, да? Все? Ну, стена, да. Ну, это по максималке, а потом уже под нормальные... Обожаю моих девочек. Спасибо. Да, абсолютно. Кать, помаши ручкой. Ну. Та-тан, та-тан, та-тан. Питер встретил нас дождем, но все равно неплохо. Все равно прекрасно. Мне в этот раз прям любовь случилась. И это очень красиво. Все очень красиво. И не знаю, очень душевно. Очень душевно. Я наконец научусь смотреть в камеру когда-нибудь. Да, сегодня прям то настроение, то состояние, несмотря на всю погоду, как обычно, питерскую. Так что как-то так. Все фоткаем, ходим, фоткаем. Да, и вот такие улочки, потому что в этом что-то есть такое, знаете, вот такие. Вот где со всех сторон, может, такие не перекрестки, а как это, на 5 сторон. A few moments later. Ребята пошли за кофе, а я сижу в машине, потому что у меня промокло все. Вообще все. Начиная с головы, продолжая, понятно, худи и заканчивая обувью. Я додумала садить вельветовые кроссовки с собой. Но из двух зол тряпочные вельветовые спасают, наверное, побольше. Все-таки тряпочным бы, наверное, наступил капсец прям вот сразу. Но все равно это просто косяк. За лучшим кофе в мире? Интерес сложно найти лучше. По крайней мере, меня не встречал. Ты счастлив? Добрались-таки до моря в этом году. Да, галочку поставили.
Потом мы на море будем. Ну, блин, нет, нет, нет. Но красиво. Очень красиво. Потеплее градусов на 15-20. Да. И кроссовки не уговнищешь. Ну, правда, да? У меня блог. Я теперь могу всякие видео снимать и говорить, что у меня есть блог. Ты блогер? Например, я в своем блоге снимаю блог Натальи Абдетковой. Ладно, хорошо. Привет. Окей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. В комментариях. Apple. Один. Да. А, есть фундук какой? Орех. По-другому. Орешек. Нет, ну в смысле вид. Арахис. Вот такой. Миндаль, да. Бактерия. Лук не стало. Блин. Емкость. Ну, итог, итог, итог. Победила дикие волки, это вы. Ю-ху! Сейчас, Сань, мы с тобой. Надо, ты что? Мы выиграем заново. Мы начинаем. Так, что было вчера, история умалчивает. Слава богу, это не попало на кадры наши. Вот. Но девчонки живы, да? Живы. Солнышко, ну я же говорю, здесь нету пластинок Меладзе, не ищи. Ну я, ты хотя бы еще игры раз, что-то там провода, ну как так, я не вижу, что нет. Мы поехали в пар в бар, давнишняя наша хотелка, вот, потому что в Москве мы уже были в таких распивочных заведениях, ну в хорошем смысле этого слова, распивочных заведениях, парфюма, а в Москве не были и уже много наслышаны. К сожалению, приходится очень сильно ужимать время и, скажем так, господи, как это правильно, жертвовать временем, потому что сегодня день ВМФ, все перекрыто, и у нас есть вариант либо парк-бар, либо погулять по Невскому, либо погулять мимо Исаки. И да, но мы же гики, повернутые на парфюмерии, поэтому ничего удивительного. Что ты хочешь там? Что я где хочу? В бар-баре. Не знаю, что-нибудь интересное. Саша перепил кофе просто. Сколько? Шесть. Пять? Шесть. Ну, в общем, короче. Я дорвался. Наконец-то. Питере вообще много вот искушенного народа? Конечно, да. Толпами. Вчера вот очередь стояла, мавзолей, 8 человек. Сегодня воскресенье, сегодня все же пошли на парад, да, уже да, полегче да. Стало. Сегодня на Путина пошли смотреть, там поинтереснее, наверное. Так, это классика, Царина интенсива. Здесь и цветок, и корень в базе. База. Мне сладковато, хочется по... Ну, да, подождите. Да. Ну да, я просто объясняю, как... Подождите. Как моя мысль двигается, живет. Нет, не так сразу, не так быстро. Все это должно быть... Развивается аромат достаточно тяжело. То есть он у нас в экстракте, водопарфам, но вообще он задуман был в экстракте. Поэтому нужно время для того, чтобы ждать. Настало пора уезжать, но мы еще обязательно сюда вернемся. Пока, Питер. Thank you.
Thank you.